Ой, ладно, собака, где ты спрятался? Я тебя найду. Я пойду полежу, Жека, сейчас приду. Ой, а что это за катакомбы? Ты же не знаешь, а что мне тут делать в этих катакомбах? Жека, я на кровати полежу, хорошо? Какой кровати? Эдисон! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жеком в очередной раз мы будем прятаться друг от друга. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашей предыдущей серией. Только благодаря вам мы продолжаем снимать эту рубрику. Поэтому, ребята, ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Пошел отсюда. А, да, все, давай, я пошел показывать. Пошел отсюда, все. Я в правильную сторону пошел отсюда, я молодец. Ребят, давайте похлопаем Жеке, это какое-то чудо. Первый раз, Жека, хлопаю тебе. Пошел отсюда. Спасибо. Овации. Ну что, ребята, вот мой троллинг. Троллинг на тему пиратов. Не знаю почему, вот огромный пират с шариком в руке. Да, просто пират любит вечеринки. Тут у нас есть корабль пиратский, тут у нас есть выпивка, бухло. Ребята, угощайтесь, кто хочет. Берите яблочко, берите морковку, груши, все. И винцо, конечно, детское, безалкогольное, да. И тут есть у нас, я не буду вам ничего говорить, просто ничего не буду говорить, чтобы сохранить интригу. Я потом вам скажу, где я буду спрятаться, чтобы вы тоже были такие, а где он будет прятаться. Поэтому, ребята, я буду меньше говорить, больше показывать. Тут у нас, ребята, армия. Не знаю, почему я сделал армию пигменов, я просто вспомнил пираты Карибского моря, там вот эти все чудовища, бессмертные пираты, поэтому... Вот они. Но на самом деле я спрячусь, не скажу, где я спрячусь. Сами, ребята, все увидите. Ждем, пока Жека там достроит. Пойдем, найдем его, как обычно, за 3 секунды. Просто не найдем. Это же Жека. И потом пригласим Жеку сюда. Я где-то тут спрячусь и надеюсь, он меня никогда не найдет. Поэтому, ребята, потопали прямо сейчас. Жиндос, я пошел искать. Давай. Давай, иди меня искать. Я уже спрятался на своей карте, ну что там, ты... Комментировать свои действия? Ладно. Я тебя найду. Так. Да, хорошо. Что ты делаешь? Рассказывай. Я бегаю... Сзади дома смотрю, короче, что-то такое. Это музей. А, я еще не зашел даже в твой музей, я просто на улице тут бегаю. Ну ладно. Хорошо. Ты так, бегай. Так, я в музее, Жек, А что-то так пусто. Понятно, чего тут музей, Жекины прибамбасы. Так, вот ничего. Охренеть. Какие прибамбасы? То есть ты один из этих существ, да? Как я понял? Да. Жека, ты просто круто придумал, Не, я точно знаю, что ты не крипер, просто уверен в этом. Наверное. С чего ты взял? Может быть. А там еще второй этаж, Жека. Там еще второй этаж, я сейчас туда буду. Да, там еще есть второй этаж, а еще на улице тоже там много чего есть. Не, на улице смотрел, ничего там не было. Ничего там не было, Жека. Да? Ну ладно, хорошо, раз ничего, так ничего. Чего так много писюнов, Жека, вот объясни, почему ты так любишь писюны, вот скажи. Там всего лишь 2 писюна. Да, и на втором этаже тоже еще дофигища. Это писюны великих майнкрафтеров, это же музей, ты понимаешь? Ой, пауки Просто ничего не понимаешь, Эдисон, ты просто ничего не понимаешь. Так. Жека, мне кажется, настолько дурачок. Я не хотел. Я отвечаю, я случайно ударил, алло. Жека, я случайно ударил. Паук, да? Да я случайно ударил. Я вообще бить не хотел, успокойся. Так, ладно. Ладно. Может быть, никого не бить? Ладно. Жека, дай подсказочку. Подсказочку, Жека. Ну, подсказочку. Даже не знаю, какую тебе подсказочку дать, Эдисон. Даже не знаю. Жека, дай мне подсказочку. Это ни хрена не подсказочка, честное слово. Ты вспомни, какой моб делает. Какой моб делает? Так. Кто делает? Это свинозомби, мне кажется, делает. Еще кто может делать? Ну кто еще может делать? Кто может делать? То точно! Без всяких стёбов, прям реально. Да? Ну да, там такой. Никто так не делает, только ты, дебил. Горит, а сейчас, подожди, а летучая мышь, Жека, как летучая мышь делает, а ну? Да нету такого моба, который делает, кто? Он еще очень, он очень жаркий моб. Да нету никакого моба, который делает, ты меня разводишь, Жека. Паскуда, нету никого. Ну ладно, хорошо, я тебе дам еще одну подсказку.
Какой ты дурак? А, нет, тут такого боба нет. Так, мне кажется, такого боба нету, да. Да, там газ как бы. Где ты? Может, я тебе в воздухе летаю где-нибудь, я не знаю. Думаешь? Может быть, я все-таки где-то летаю, да. Мне кажется, я все-таки где-то летаю. Да, я тебя еще выслежу. Я тебя сейчас выслежу. Да хорошо. Давай, выслеживай меня, выслеживай. Есть один подозрительный чувачок, но... Не, это не ты. Жека, я не знаю, честное слово. Знаете, он меня видит! Ой, ты... ой кто-то меня видит! Кто-то... что-то да. Не получилось, да, убить паучка? Паучка не, не получилось. Не, 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 да, может быть, я не паук? Почему ты не паук? Ты паук? А где ты тогда, если ты не паук, а? Если, подожди, если... Так, мне кажется, ты меня видел, а? Ты меня видел, 100%. Ну я просто вижу твой ник, в чем проблема? Ты паскуд, а? Смотри, как он спрятался в этот раз. Смотри, как он спрятался в этот раз. Ну давай, что у тебя получится. Я тебе дам подсказку. Ты меня уже видел, наверное, ну, короче, не знаю, где-то минуты две. Ой. Можете меня... Пошел ты в сраку, Жека! Эйс, ладно, дам тебе подсказку, ну. Точно не моб с первого этажа, потому что в прошлый раз я попытался быть кристаллом, а я не мог ровно стоять, поэтому я в этот раз решил так не делать. Уже не получится, наверное, ровно стоять. Моб не с первого этажа, да? Уже, чтобы ты просто там не искал, как бы, я тебе серьезно тебе говорю, просто там будешь очень долго искать, потому что там их дофига, реально. Моб не с первого этажа, так, на улице, да, вот... Сышь где-то туда за зданием, 100% или нет? Да, да, я пока тут посплю. В смысле посплю? Где поспишь? Сейчас, я тебя посплю. Я тебя сейчас посижу. Слушайте, ребята, в этот раз я спрятался просто как бог, вот как бог спрятался я. Так и не понял. Я уже видел, за спаунпоинты мы ставим. Это для чего это такие мы спаунпоинты ставим? Так, значит, это не он. Нет, это... Так, я тебя видел, ты не на первом этаже. Значит, ты на втором где-то этаже. Ой, не могу. Ну ладно, убивайте меня, песку. Да. Так, на тебя. Так, если ты не на первом этаже, да? Если ты не на улице. Ой, не могу. Если я тебя видел, на улице я тебя точно не мог видеть. Да. На, где ты? Джек, может... Что, ты сдаешься? Ты сдаешься? Не-не-не, я тебя час буду... Нет, я тебя буду час искать, но я тебя найду. Нет, да ну ты чё, Эдисон, мне кажется, это скучно. Если ты летучая мышь, и ты в геймоде где-то в воздухе вот тут висишь... Ладно, хорошо, что, чтобы у нас мой троллинг не длился 20 минут, ты там еще одну подсказку, Эдисон, ты меня уже один раз ударил. Ой. Значит, ты 100% паук, потому что других вариантов нету, как бы. Да подожди, такой сейчас. Искусственный интеллект, да, горишь? Я не могу. Говня! Я всю серию бегаю туда-сюда. Искусственный интеллект, говори, да? Ой, говори, со своим искусством в жопу пойди со своим искусством. Я всю серию туда-сюда. Пусть он интересен. Ой, Эдисон, мне понравилось. Ты прям во мне так бегал постоянно. Ты уже заметила, нет? Ой, ладно, давай прячься. Я тебе в следующей серии устрою искусственный интеллект. Вот будет у тебя искусственный интеллект, Джекер. Ну шо, Эдисон? Согласись, это был бы лучший троллинг в прятки, вот согласись просто. Я просто поддался тебе немного, давай, Жека, ищи. Ой, ну да, конечно, если не подсказал, вообще бы не нашел. Так, и шо, иди спускайся. Ой, Жек, я не знаю, ты попал на какую-то пиратскую вечеринку, знаешь, там... Блин, это, слушай, это такие прикольные эти якори, я даже не знал, что такие классные. Ну вот, ты попал, ищи. Это вот там армия этих пиратов с пират Карибского моря, вот эти, знаешь, там чудовища вот эти всякие. Вот. Точно зомби. Да. Я... А почему одного не хватает? Зомби? Так. Да. Подозрительно. Разве одного не хватает? Да. Ага. Может такое. Я понял, ты сюда зомби, и ты смылся куда-то. Наверное, да.
Это сюжет, да? Я тебе просто сюжет продумываю. Да. Ты думаешь, Жек, я с удовольствием послушаю, давай. Дальше рассказывай, дальше давай. Вот смотри, стоит какой-то большой чувак с шариком. Мне кажется, это педофил какой-то. Почему? Может, это просто пират, который любит шарики. Он просто веселый пират. Нет. Педофил. Нет, просто веселый пират. Пошел ты нахрен! Так, ладно, это не ты. Ой! Жека, я не знаю, что мне тут делать. Ну, ты точно меня не найдешь в течение там. А может найдешь, а может нет. А может, ты знаешь, что может. Так, ладно, хорошо, на улице я тебя не нашел, пойдем поищем тебя в этом пиратике. А в писюн ему, в писюн уже, или что там, там вроде не писюн. Там дырочка, там дырочка какая-то вроде у него. Значит, это не он. Или это он. Жека. Так, может, ты где-то наверху, я тебя просто не вижу. Так, ладно. Так, хорошо, в тебя нету в этом пирате. Жека, я чайчик попью, ты не против, да? Да ты пей чаёк. Ой, собака, где ты спрятался? Я тебя найду. Я пойду полежу, Жека, сейчас приду. Ой, а что это за катакомбы? А что мне тут делать в этих катакомбах? Жека, я на кровати полежу, хорошо? Какой кровати? Эдисон! Ты давай! Эдисон, возвращайся! Я его сейчас найду! Он на кровать пошел лежать! Я сейчас тоже пойду! Да! Да! Ах ты паскуда, Жек! Ах ты паскуда! Как там на кровати? Нормально! Полежал, чаек попил! Все нормально, Жека, было! Все нормально было, да! Молодец, молодец, Эдисон! В общем-то, да выпендривался наш Дюня. Какой счет же? Какой счет? Мне кажется, где-то 15-1. Ты первый раз вроде выиграл, да? Или какой? А подожди, а кто вчера в снайпера выиграл? Я, наверное, выиграл. Ладно, Жек, я тебе подался. Пускай же его хотя бы разок выиграет. Давайте, ладно, успокой Мэйсон. Да, если ты подался, ты молодец. Хорошо сыграл. Жека, давай, я иду прятаться на твоей карте, Жек. Какое это не. Ну что, я пошел? Куда ты пошел? Прятаться, я пошел прятаться. Ты сегодня не отыграешься, дай мне хоть раз выиграть. Ну ладно, ладно, так лучше быть, ладно. Пускай Женек, вот, ребята, это мой подарок Женечке на 14 февраля. Да. Женечка. Пошел! Я тебя тоже очень люблю. Да. Нет, вот. Да. Это ты? Ты что думаешь? Не. Жека. Давай садись, мистер Лечебыш. Это реально мой тебе подарок. Жека. Да, хорошо, я понял. Жека. Дай это тебе хотя бы подарок. Какой? Посиди в моей жопе. Ладно, все, давай, нормально превращайся, нормально. Сейчас. Ой, броньку нужно взять. Ладно, Жека, радуйся победе, я тебе подался, сделал тебе подарок. Ты мне ничего, конечно, не сделал, никакой подарок, разве что писюны в музее. Сделайте свои подарки для своих влюбленных, сделайте свой Валентина вас, забыли вас поздравить, поздравляем. Поздравляем, ребята, и вы нас поздравите своим лайком, да, поставьте большой палец вверх, если хотите больше троллинга, в следующей серии я порву уже, просто, даже не сомневайтесь. Ребята, лайки и комментарии, наверное, да, Жеке, или нет? Да, это лучший для нас подарок, если вы нас любите, в день всех влюбленных вы должны своим влюбленным поставить кучу лайков. Еще расскажи вот это, ты пиздец как раз. Ладно, хорошо, давай, раз, два, три. Ребята, в день всех влюбленных, а мы влюбленные, как это сейчас еще раз? Мы влюбленные, да. Ребята, раз, два, три. Ребята, в день всех влюбленных, а вы же нас любите, правильно? Лучший подарок это лайки, так что порадуйте нас. Поставьте, пожалуйста. Да, ребята, большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.